Здравствуйте, меня зовут Евгений Новиков. Для портала «Инсургент» интервью. А, скажите, пожалуйста, довольны ли вы выставкой? Все ли вас устраивает? Какие впечатления? Ну, пока что впечатления положительные, а так выставка только начинается, все только впереди, поэтому, я думаю, много всего интересного будет. Сколько дней планируете быть на выставке? Минимум 3. Будут ли еще ваши мастер-классы в течение последующих дней? Да, завтра я играю около 4. Вот, то есть буду играть. Скажите, пожалуйста, ваши творческие планы на ближайшее время? Да, как у любого музыканта, туры и записи с самыми разными коллективами. Насыщенный график? Достаточно. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, музыка современная, вот она лучше стала или хуже по сравнению с предыдущими годами? Нет понятия лучше-хуже, просто музыка априори стала другая, потому что другое время, другие технологии, другие мысли у людей, поэтому и музыка меняется. Сложно ли было ответить на вопрос, какое самое ужасное событие случалось во время вот выступления? Было ли такое? Я чуть не упал со сцены, потому что у меня ехал стул, и я чудом доиграл песню, встал, и стул упал. Еще бы 5 секунд, и я бы упал вместе с ним. Это было ужасно. Что бы вы пожелали молодым барабанщикам, которые только вступают на путь этот? Меньше сидеть в интернете и заниматься. Спасибо большое. Спасибо. Да, до свидания.